Сентябрь богат на праздники. Ровно через неделю жители Славянска на Кубани и Славянского района отметят день рождения своей малой родины. Народные гуляния будут проходить в течение 3 дней, с 22 по 24 сентября. Для гостей и жителей будет подготовлено немало сюрпризов и подарков. Откроет череду праздничных дней 22 сентября яркое и необычное байк-шоу, подготовленное мотоклубом «Братья Дорог». Около полусотни байкеров соберутся в 17 часов на мотопробег возле озера в Северном парке. В мотопробеге примут участие байкеры из Славянского, Крымского, Красноармейского, Каневского районов, а также женский мотоклуб из города Краснодара. Громко, мощно, феерично, под оглушительный рев моторов. В 18:00 любители быстрой езды прибудут к театральной площади. Здесь состоится рок-концерт и шоу на мотоциклах. Кроме этого, для зрителей готовят выставку ретро-байк, кастом-байк, конкурс «Мисс Мото» и «Мелодия мотора». Мегаваты звука, море креатива и необычная байкерская субкультура обязательно зарядят гостей праздника отличным настроением и позитивом. Если вам по душе более спокойный и размеренный отдых, приглашаем вас посетить этнографическую выставку под открытым небом «Курени» Славянского района. Старинные хатки-мазанки, крытые камышом, плетеные изгороди, казачьи подворья. Время здесь как будто остановилось. Посетители оказываются в настоящей казачьей станице, наполненной неповторимой и самобытной атмосферой кубанской культуры. Откроется выставка в 10 часов утра 22 сентября в Северном парке и будет работать в течение всех 3 праздничных дней. Здесь же 24 сентября пройдет районный фестиваль казачьих семей «Во славу Кубани, на благо России». Начало праздника в 9 часов утра. Приходите, отдыхайте, празднуйте День города и района.